Все отлично у меня. Да, конечно, меня делает счастливой моя семья. В какой-то степени, да. У меня есть все для счастья. Это и самореализация. Жанымда қызым бар, атанам бар. Каждый день просыпаюсь здоровая. Солнышко светит, жизнь прекрасна. Нет таких серьезных проблем, неразрешимых. Бывает момент, когда ты не чувствуешь себя счастливым. Но все равно что-то вот где-то не хватает. Қуанышты алғанда мен өзімді адамдармен сөйлескенде, табыс тілегенде, совет сұрағанда. Семья. Чтобы они были здоровы, счастливы, жили в достатке. Радость побыть с семьей в выходные дни, выехать в путешествие, встретиться со своими друзьями, пообщаться. В общем, жизнь меня радует. Вдохновляет мой ребенок, он меня мотивирует, чтобы я развивалась. Чтобы была польза от меня кому-то. Производство дома. Музыка, танцы. Қызым өмірге келді, сол бақыттым қуанды. Ең бақытты сол қызым. Басқа жағымды көрсетуімді көреді. Адамдармен танысым келеді. Сниматься чем-то новым, обучаться. Получить новый опыт, новые знакомства. Для решения каких-то задач на производстве, а также в личной жизни. Хочется научиться быть счастливой. Хочу просто испытать себя. Посмотреть, на что я способен. Поднять самооценку. Каких-то секретных лайфхаков. Найти то, что потерялось где-то в какое-то время. Снова видеть хорошее везде вокруг. Больше счастья, больше любви, больше добра. Это мы здесь. Я поняла, что главное нужно ставить цели, записывать их и пошагово к ним идти. Өзім армандарыма қалай жету, қандай шаг жасау керек, қандай сынақтарына өту керек. Осын адамдармен сөйлесуді, адамдармен танысуды. Стал более общительным, разносторонним. Спасибо нашим психологам. Я стала больше ценить какие-то моменты своей жизни, радоваться больше. Проходя все эти задания, осознала, что я и так счастливый человек. Теперь я стараюсь нести счастье всем вокруг. Понимать, что счастье все-таки не вокруг, а внутри тебя. Поэтому мы планируем и дальше применять знания, полученные в марафоне.